Да. Все, супер. То есть я понял, в чем дело. У них ФП, хотелось бы Хоггера забанить. Да. Мы хотим Люска играть против Дехаки? Хотим. Настя, у тебя как по приоритетам на этой карте? БВ, потом Лисок, потом Регар или как? Зависит от того, пикнут ли они Дехаку. Угу. Если Дехака пикается, то Лисок. Если нет, то Светик. Угу. Хорошо. И третий Регар. Если банит Люська, то банит Дехаку Ховера. Хорошо. Угу. Я за. Я хотелось бы Рексара. По возможности. Опять, мы ни разу так и не реализовали бот Рексара. Да. Потенциально имеется в виду. Да. Джоанна Бан. Да. Чудесно. Все еще кажется, что это очень сильно. Кстати, я так и не посмотрел, что они играют именно чаще всего. Сейчас быстренько гляну. Мою активацию Windows не видно на стриме. Чудесно. Теперь банда хакера. Буб все забанил. Блейз, если остается, против Блейза отыграем. То тот же Леорик. Можем как тогда сыграть в три, ну, в два брузера и танк. Стукова они любят. У них со Стуковым хороший минрейт и с Блейзом. Два героя. Ну, Стуков Блейз закрывается с Джоанной. Джоанна в бане. Ханза Сильвана тоже. Андрей, если сейчас пикну Сильвану, можем зафлексить, и ты сядешь на Сильвану, а я на Бружера? Ну, если что, да. Потому что, да. Хотелось бы три... Так, Рексар, я думаю, точно. И БВ. Что думаете? Мне такое очень нравится. Я за. Давай я пикну Рексара лучше. Почему? Не все герои, потому что... Давай. Поехали. Беру? Да. Я думаю, сейчас супер распик. Рексар и бот может стать и топ, и на крайняк танк. Это на крайняк. Я, конечно, игрок на Рексаре, но... Регар. Там Сильвана хорошо смотрится, Генджи хорошо смотрится. Леорик. Лео. Типа они нам Блейза закрывают, да? Ну, сам Леорик, мне кажется, очень слабо. То есть сейчас любой герой плюс Светик убивает Леорика. Да, любой герой на соллейн. Сильный. Согласен. Я уже вижу сюда Мурадина прям 100%. Я бы хотел убрать Диабло. Что еще неприятно по танкам? Мурадин мы пикнем сейчас. Остались дамагеры еще какой-то. Сильвана, Ханза остались. Вала осталась. Я думаю, это не страшно. Диабло очень страшно. Пускай Диабло. А, Мурадин соллейнер или Мурадин Сильвана? Не, сейчас герой Армонду нужен. Ну, я хочу сейчас забирать героя. Мурадин мне очень нравится этот пик. Мурадин? И что, типа Лунара? Давайте Мурадин Люсио у нас с ним... Ой, Мурадин Лунара у нас хорошо получается. Плюс. До Лунара никто не достает, мне нравится. Пока да. Даже с Лазой, типа, можно. Поехали. Вообще, насчет Лунара... Вообще, связка Мурадин Лунара очень сильно смотрится. Можем ходить просто карту убивать. Давить, постоянно давить можно. Да? Это правда. Мы это редко реализовывали очень много. Она дает тебе вижен, Лунара никогда не подставляется. Тебя может заклинить здесь 13-го. Мы вдвоем просто приходим к Леорику и все. Я думаю, там достаточно будет сейчас героя, которого мы пикнем, плюс Светика, чтобы гонять Леорик. Тоже верно. Условно... Как мы тогда стоим? Я больше стою в боте? Не, Рексар в соло-бот, скорее всего. Okay. Очень большой процент. Какой герой в топе не будет умирать, и при этом будет Леорика давить? Ну, не будет умирать. Сильвана, мне кажется, побеждает эту игру. Андрей, ты не против сыграть эту игру на Сильване, если я не уверенно чувствую сегодня на карик? Играй плохо. А на Рексар бот. Я хочу, чтобы ты Рексар бот сыграл. Ну просто, вот, мне кажется, Сильвана фри-играет здесь, нет? Ну, я хочу это очень реализовать. На кого ты хочешь пикнуть? Идеи. Чень? Хочет. Соня? Я вот Империи. Думаю. Мне нравится Империя. Да, мне тоже нравится Империя. Сейчас подойду, ребят, секунду. Я тоже на минуту отойду.
Там копье Империя сбить может только красавчик в эшке, но он будет на боте АФК, поэтому только два стана нуба. Получается, если ануб первым инициирует, то все, копье никто не сбивает. Алёрик, вот чисто теоретически, может поставить там бум между тобой и челом, которого ты задел? Да, я думаю, вот. Да. Это там в целом так странно работает, даже иногда в чистом поле. Не в чистом, а возле стенки. Ты попадаешь копьем, чел на копье насаживается и сразу же слетает с копья, потому что какая-то стенка. Ух, что это какая-то стенка. К примеру, хабар Хогера может помешать. Я здесь. То есть я играю как на Эдвинге, но я Рексар, все, я понял. Да. Ты просто герой, который никогда не умирает в боте. И еще, я думаю, точку забираешь. Может, я клир тогда взять на первом, а не легкую добычу? Я здесь фул заряжен, пик у них полная херня. Я думаю, либо вы в клир, либо вижн. Это думаю, либо вы в клир, либо вижн. Понял. Мне вижн не нравится, я кушку возьму тогда. Это ласт пик Седогриф против Мурадина. Это полная херня. Ну. Не нормально. Думаете, прыжок или лоза? Мне лоза нравится. Мне и то нравится. Если, да, мы, если мы их задаем очень сильно в early game, можно и прыжок, я думаю. Ну, в принципе, прыжок это еще и эскейп, так что... Мы хотим, хотим в миду драться. Да, да. Я думаю, мы на их харду можем на первой минуте, они слабые на харде. Без джинкрата будут. О, странно, заходим. А, сверху герой, ладно. Я думал, что он вниз пойдет, но... Я просто прогнал его. Да, да. Okay. Я по пачке играю. Я все еще на миду, копье 3 секунды. Молоток сейчас будет. Молоток. Кренза вышла. Я его прыгну. Ой, хорошо. И вышел топ. А, долетело. Ой-ой-ой. По-моему, очень жестко перестояли. Топ засокаешь, Арман? Топ засокаешь? Да, давай, я бегу. Лёрик, бот поехал. Сюда меду стоит. Ну вот этой пачки достаточно. Ой, что-то Мишу продал. Мой бот. Скорее всего, они не берут. Тут героя. Могут если быть. Берут, то можно заинвейдить. Я еду. 15. Че, мы хотим нашу изю хотим? Или подраться сейчас прямо? Инвейдить мы хотели. Да нет, уже не успеем. Да. Ну я изи беру. Что вы делаете, ребят? Что ты делаете? Не стоите. Да, да. Да, вы за бот забудьте вообще. Да, согласен. На бот только на ганг приходите, на джинкрат. Сюда гриф сюда идет. Лунар, можем его здесь разомажить? Да. А, ты пачку собираешь, окей. Я не услышал, что лунар? Топе нужна будет. Поможешь? Беру изи, приду. Да, да, да. Их четверо здесь, я бы вышел. Я не дорисовал. Мид-экспо. Топ пушится. Я тут не еду в топ. Есть. Пожись. Есть. Нормально. По идее, они должны умирать. Угу. Прыжок 5. Но мы портим. Я мид задефил. Смоку. Он умирает. Молодцы. Нормально. Я сабот заберу, ребят. Дайте мне. Какое-то время. Заберешь топ на Мурдине? И да. Либо на светике, да. Дракона? Не, не отдали. Лео без маны. Парагару здесь? Я просто крипов собираю пока что. Да, вижу. Выйти. Угу.
топе пачку. Бот отдал не, пока. Не горит, пока не горит. В бот выехал сюда. Я схожу. Все, уехали в бот. Я с вами в боте. 15. Он не бьет на седом. Парагару молоток будет. Замедлил, замедлил. Парагару молоток. Ой-ой. Я его знаю. Я заберу дракона. Мне нужна медуглобка, нужна, что ли? Мне зайдут сейчас на бот. Подставляется на боте, подставляется, я возвращаюсь. Фак. Я вернулся. Нечем. Я до фонтана. Нет фонтана. Я в мид еду. На леврику. Я тоже в миду. Застанешь? Хорошо. Я бот возвращаюсь. Возвращать бот. Я тоже еду в бот, там люди. Агрессивная. Дракон не отдадите? Я заберу точку. Я тоже заберу. А тут капкан стоит. Не давите под оборотом. Я умер. Дракон набал. Десятый у них раньше, вот они в мид смещаются. Тут бот теперь. Ну да. Да, я помню, что рам. Еду в бот. Я в топ иду. Десятый. Надо леврика выбить, я подскажу. Шина. Аккуратно. Да. Вышел ван, сосрал. Вышла шина. Бот отдали. Нам не хватает сапат. Бачу. Я думаю, это наша изя плюс харда. Да. Мы не хотели в боте файтиться. Супер аккуратно сыграть. И десятый засок. Угу. Лотара есть. Стягиваю смит. Меня было видно на меня. Долго очень стоите у меня. Харду нашу успеем. Я стою на драконе. По леврику. Хожу на мид. Все еще по леврику играю. Я цепнул героя. Помогаю. Стан. Так, окна. Промазал. Погрей. Регару. По регару играю. Стан. Nice. Карту. Шина. Я в топ. Давай. У нас еще на боте пиздец. Я деф. Ничего страшного, тут все лейт решает на этой карте. Они дракона забрали. Топе помощь есть? Тут еще ануб. Сейчас. Окей, я держу дракона. Можем видеть этого? Бля, серьезно. Ладно. Вид поднимаешь. Я умер. До фонтана. Я возвращаюсь в файт. Я очень близко. Ну, я жил. Я далеко. Как мог. Замедленно играю все. Рагара прыгаю. По двоим. Ничего нет. Пофикс линии, ничего страшного. Я топ, я топ заберу точку. Лейте, лейте все возвращает один файт. Помогаю, Светик, помогаю, помогаю, Светик, помогаю. Не-не-не, мне не нужна. Найс. Я выркну на меня. Найс, молодцы. Ждем Арманта. Я замедлил двоих. Мы закрываем их здесь, я думаю. Окей, я умер. Я плохо сыграл.
Арван? Зависло, ладно. А. Да. О. Ты в игре? Да, 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 сейчас. Давайте не отдавать бот сейчас. Я далеко еще. У вас двое пока что. У нас полет еще есть. Угу, я иду. Про меня не знают. Уже знают. Здесь вижу героев. На своей изи, они на своей изи, да. От Клинзы можно играть, Нара. Я могу зайти. Лёрик выбить? Я его под микростанил, ты не попал копьем. Рофл. Я отхилюсь хоть. Бот хотим драться? Да. Пять будет. Охереть. Крыса отзонена. Я так вам. Да нормально у нас. Четыре восемь. Трындец. Убить его? Ничего нет. Я вышел. Хочу выпить и драться. Но у них сейчас 16 будет. Да. Скорее всего, дадим. Можем просто изея отдавить. Да, давайте. Угу, 16. Там ворген через волка. Волк через воргена. Создаем опасность просто. Аккуратненько. Нужен. Мочь. Хорошо. Окей. Спокойно, 16 получить. А, да, бой, да, мы просто сейчас получим. Кстати, можем от топа сейчас сыграть. Одного рексара ставить. Тамбу у меня мой ставить идет. Да, поставил тамбу. И... Я мешаю. Давайте. Можем развернуться. Мы под полшел дом. Они под полшел дом, точнее. Там 16, у нас почти 16, у нас почти 16. Slow fight, slow fight. Я вышел с кокона? Да. Нет, не. Прыжка нет. Я обхожу. Прыжок, прыжок, смотри. Хилюсь. Ласки, можно развернуться. Дальний прыжок есть. Драгара. Стан? Да, я в копка, в капкане. Я без маны на базу. Я заберу бот. Давай. Мы также бегаем вместе. Можем сейчас с тройкой бегать. Вот таких ловить за стан. Они на харде. Наверное. Не хочу туда, не хочу туда. Нет? Хочу на леврик. Окей, да. Снимаешь. Ой. Оставь бот. Спаси дома игра. Он не бьет. Я очень близко. У меня ничего нету. Можем выйти? Пытаюсь. Чуть-чуть. Сюда умер. Найс. Шина поехала. Замедленное все. Стан. Я так, странный регар. Найс. А я перееду? Окей, окей, окей. Пожить, пожить. О! Я, знаете, Миша заданчил. Хорош. Можете оставаться в топе, оставайтесь в топе. Нет. Теорик здесь. Я нет. Очень рискую, меня убить могут. Давай, я заберу Мишей. Угу. Что с вас? У меня горелка, жука сбила дэшку. Я в сердце. Я хочу обойти вот так. По Лёрику. Хороший файт, хороший файт. Состанешь его? Я забираю. У меня два героя в топе. Я не отдам топ. Никак. Я забрал. И хорошо. Что делаем? Я мид? Я хочу остаться в топе, принять еще две пачки. Ты мид, да. Я буду. Я тоже топ иду. Бля, я тоже топ. Я иду два героя. Трэпи в трэпе. В меду с седой. Замедленно. О, у меня ги... Ебать. Три в меду. Ти.
Это была чушь какая-то. Они закрывают нас, закрывают нас. Найс. Убить его? А... Более. Выходим. Я в коконе. Выйти, выйти, выйти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как красиво. Найс. Изи нашу можем? Можем. Да. Харду отдаем. Да. На топ вообще пофиг. Аккуратно, если заехать могут сразу же. Да-да-да, я понимаю. Я поэтому отстаю. Угу. Я, если что, отпрыгну. Я топ задефю. Ты успеешь? Вряд ли, да? Нет, мне надо было тебе помочь, наверное, мой бет. Или успеешь? Не, они... Если бы они хотели, они бы успели. Мы дефим, кстати, мид, я думаю. Не, не дефим. Не, там 5. Я думаю, там не стоило дефать. Уже много. Сори. Можем вот сюда, вот сюда. Наказать героя? 20 очень близко. Да, у них уже 20. Окей, я вышел. Ну, почилить, я еще пару пачек соберу. Просто располкай. Выйти, выйти, выйти. Они хорошо, просто АФКшим. Подфристи линию вот так, типа, не убивайте крипов. Что я хочу? Может, еще Нара дефет. Они в ботхарде, да. Я на леврик хочу выйти. Я прикрывал Нару. Угу. Леврик в меду. Я думаю, тут может даже прыжки взять. Смотри сам. Перемотка, считаю. Перемотку. Я хочу пятером. Иду в мед. Ребята, отдали. Всем выйти. Куда они идут? Они забирают дракона и пушат бот. Да-да-да. Нужно да. Бот отпушить. 5 топ, у них 5 топ. И забери точку бот. Зерк. Нет смысла. Ну я пойду, я заберу. Окей. Есть, есть. Время потянуть. Меня уже могут заезжать отсюда. Мы все это дефаем, пофигу. Четверо здесь. Дай помочь. Хорошо. Хорошо. Окей, он со стороны вышел. Да, молодцы. Не трогай Мишу. Шина большая. Там не апшин. А, там не апшин, не... да. А Вась. Что там? Там ядрушка, ядрушка. Их здесь... Окей. Просто чил, ребят, просто чил. Дефайте, играйте. Ой, найс, ой, найс, повезло. Там бабушка. Это не Зелунара игра. Мы будем заходить по ним, когда... В драконе, а ну барак. Готовьтесь заходить по ним, готовьтесь. А там будет секунд 20. Да, и Ancestral нет. По-любому говорю. Ancestral нет. У меня 15 секунд до рутов по всем. Дальше, дальше, дальше. О, клинзы нет, клинзы нет. Я развернулся в Леорика. Дальше, дальше, дальше. Иду сюда. Я сейчас цепи награю, скорее всего. Уже нет, не достаю. Я разворачиваюсь на Греймона. На 600 хп. Греймон здесь. Меня выкинут. Прыжок 3. Да, иду за седым, но опять же. Убили Греймона. Хорошо. Я около тебя, Андрей. Уф, я тут иду пиздец спрятался. По дракона? Прыжок 4. У меня есть руты, у меня есть руты. Цепанул. Я далеко был. Я далеко был. Стенку так. Сломать? Я буду копье давать, скорее всего. Блин, чел. Все за рутом. А, ребят, надо выйти. Ничего не могу. Колесо. Ой, красиво. Я собью, я собью, я собью. Фак. А он не умирает за это? А у меня маны нет на аватару. Ну, он очень ошибся, я не знаю. Повезло. Nice. Леорик встал, стомбой. Я бакаюсь. Я мертв, скорее всего. У меня закончилась мана. Просто середине хватит, очень плохо. Да норм, они не будут пушить против нас. Они не смогут пушить. Вы сильные сейчас, очень. Yeah. Сколько их трое? Очень сильные. Там бы нет. Это важно. О, хороший полиморф. Очень. Чудесно. Дальше не можем. Нет, топ засокать и... Зачилить, да. Изи и хард. Okay. Все, типа... Один файт все зарешает. Автоатаку Грея можно не бояться, потому что мне инвиз. Так что? Харда. Начинаю.
Можно искать через полиморф. Мурадин прыгает, полиморф сразу можно искать так. Иду. Героев. Перемотка 10. Все еще без меня, они уже сливали компактически охвату. Не цепанул. Го, топ задефаем хорду. Я бот задефаю быстро. Го, топ задефаем читером. Вас могут там искать, они знают, что вас меньше. Я думаю, они боткэмп берут. Да, там встречаются на изю и на бот. Но у них топ толкается, нам все равно надо толкающийся топ. Им... Меня убили. Нечем тебе помочь. У меня единичка будет, я еще поживу. Рут по всем, рут по всем. Стан. Он съел его неудержимости. У меня нет кнопок вообще. Я еще без Миши. После дома продолжу. Дальше. Nice. Дальше. 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 Любой контроль. Любой контроль. Я в капкане. Дракона забрать. Я иду за крысой. Бот. Я бот заберу. Сам. А, вот это сгорит. А, бля. Сори, я дефу. Я топ точку заберу. Я бот заберу. Я думаю, они сейчас будут подставляться. Так что Мурадин может киллы искать. Кто хочет мид забирать? Я? Я бот. Не знаю, кому лучше. А, ребята, типа. Забери на физике, я сюда смещаюсь. Подхожу к тебе на бот. Кстати, мы убьем, кстати. Если есть полетность, можешь потратить. Не можем, да? Время теряем. Лорик сейчас встанет. Давай хард начнем. Армут, быч. Давай. У меня хорошая позиция, про меня не знают. Здесь? Уже можете команде армут. Там боюсь. Боюсь сильно. За тамбо меня убьет. Оно в меду. Я поднимаюсь к вам с руками. Оно флёрик в меду. Здесь флёрик. Можем по нему сыграть. Да. Хорошее место для файта. Мы под тамбу можем подставиться. Да, сам. Я отхилиться хочу. Меня спрятали. Бля. Им очень везет. Думаю, зря там вышли. У нас светлячок дает вижен. Копье. Там красавчик закидывает меня, просто бомбочками выбивает. Да, но у нас кабаны в узком проходе копье. Я дал, типа. Ну там узкий проход и на нас, и на них работает. Не знаю. Узкий проход, тамба, узкий проход красавчик. Да, я вижу, что мы начинаем файт с прыжка Мурадина, а не с вот такого распозиционки. ГГ. Там, блин, а... Ладно, спишем на то, что я не разыгрался. Не летели у меня стана в этой игре совсем. Плюс в конце игры прыгал, ультой мой стан съел. Так бы выживал герой. Начало плохо сыграли и да. Топ отдали. Из-за топ форта огромные проблемы начались. Крыса, 140 тысяч дэмэджа на смертей. Думаю, банны. И на их харду не зашли, то, что я озвучил на первом. Я думал, ты про изю инвейдис. Один хуй не зашли. Я просто увидел, что они изю уже забрали, думал, ну, все. Не успели. А ты про харду говорил. Все, орли отдали просто. Да, есть такое. Так, ну если мы проиграли, то наш пик, по идее. Ну, вернулись в игру неплохо, в принципе. Ну, ФП или карту. Я думаю, карту лучше думать. Ну а какую, если не драконий? Аскорненка остается боя. Аскорненки, банджоны, что дальше делаем? Есть еще герои? Ну типа, а что они могут пикнуть, что мы не хотим играть? Сады, либо... Курсы.
Курса в бане. Сады, ну, значит, ну, у нас берем ФП. Сады не наиграны. Сады не возьмут, скорее всего. Давай, давай ФП. На ФП кого хотим забирать? Люся? Кого-то? Светик? От карты зависит. Хогер. Сильвана, Хогер, Блейз. Уже подойду сейчас. Ну чё, прошлая игра у нас начиналась точно так же. Одну проиграли, потом две забрали. Ну их точно будет Банджуана. Если не Банджуана, то это фри-игра. Почти на любой карте. Значит, у них остается еще один бан. Кого-то Блейза будут банить, или Хогера. Чё, у нас ФП или карта? У нас ФП. Угу. Ну, у нас из-за бана Джоанны много героев открыто. Сильвана, Хогер, Блейз. Скажем, на стильч. Значит, точно бан Джоанна. Чё, я думаю, Хогера хотим. Настя, ты тут? Да, да. Так, у нас все тут? Плюс. Я тут. Да. Могут в теории какой-то мув сделать, типа оставить нам Джоанну и забрать себе Хогера плюс кого-то. Могут. Мы отыграем, тайку себе сплю. Ну да, Хогера мы отыграем, я думаю. Ну, я точно вижу здесь Джоанну. Если не Джоанна, то Ануб. Два героя самых сильных. Я бы Джанка банил. Согласен полностью. Джанка ультра жесткий. У нас ФП. Ой, у нас ФП, и мы Джоанну можем взять Джанка. Как вариант. Ну, я бы забанил, я думаю. Мы... Больше всех. Можем первый с чего-то другого начать. С чего-то другого. Леорик. Забайтить на бан Блейза. И тогда у них бан Блейз Джоанна. Можно. Неплохо. Можно мне Хогера. Нравится. Можно Диабло. Баны Блейз Джоанна, открыто Сильвана, открыты все герои этого мира. Хотим Хогера. Хотим банить Джоанна. Я за. Если они банят Хогера, тогда пикаем Люсю, шмяк. Блейз открытый, если они банят Хогера. Люсю в Блейзе. А, Блейз открытый, да. Но Люсю будет хорош в Блейзе. Они играют Люсю? Не знаю. Но они играют Блейз, у них много
Завернул Поехали, базим. поехали. Стуков Мефисто. А ну пора прямо сейчас? Сходу, да. Я мне думаю, кажется, надо забирать. Мне кажется, ну в хроме прям сходу можно бахнуть. Мне нравится, кстати. Я бегу. Разберем. Мне тоже. Тогда что мы хотим с Мефисто делать? Перематывать его или кого-то на него давать? По ситуации? Я вот думаю, типа, просто под стуковым хорошо заходит либо Маев, либо Варян, да, но с другой стороны, нам нечем Диабло убивать вообще. Да, я вот типа тоже думал о бане Диабло, только но о у нас Диабло. С другой стороны, дамагер хил роли. Мы можем добрать чем-то убивать Диабло. Ну они пикнут Диабло Тайкус, и нам у нас будут проблемы, скорее всего. Типа не точно, но. БВ бан. Да. Диабло Тайкус это проблема. Диабло со стуковым тоже норм работает. Да, это Диабло, я думаю. Он сильный в точке герой, типа, много делает. Угу. Мы можем сами мои. Мы можем сами мои забрать, на самом деле. Хотим. Я уверен, что отыграют на хроме. Утер, Рагнарос. Хотим Андейна? Лайтбомба на барак. Ви-ви-ви. Мне Регар больше нравится через тотем. Регар открытый. Ну, Рагар открытый, да. Очень много сустейна будет. Куда вы думаете? Я бы Кассию пикал, если честно. Или Ханза тоже неплохо. Да, мне Кассия нравится. Да. Ну смотри, типа, если отыграешь от Мефисто, если будешь. Они танка откроют. Давай Зул'джин. Там горошку это будет. Давай Зул'джин. Давай. Попробуем. Почему нет? Сейчас подойду, ребята. Либо это Утермен танк, сейчас они добирают второго хила. Ну, из танков я для них вижу, никого не вижу. Прям, чтоб идеально заходил. И нас закрывал Фламена. А, это второй саппорт уже Утер. Я в глаза дублюсь. И Соня, да, это мейн танк Утер. Чё? Просто по Утеру играть, maybe? Чё-то такое. Не, я думаю, Утер last target. Я по ближайшему просто буду играть. Ну, утром меня закрыли. Виду... Нормально, так закрыли. Типа, вы стакаетесь по ближайшим, у вас чисто паук сетап, а потом уже кокон и езжаете по кому-то из бэклайна. Ну да, паук сетап, я просто играю на стаке Зул'джина. Early game. Late game у нас хроми, late game у нас Зул'джин. По идее, late game мы не проигрываем. Я там не шарю сильно за нуба, но мне кажется, тут может за медло с кьюшки зайти. Чтобы Утера и Стукова стопить. А что оно заменяет? Оно заменяет мне дамаг с Ешки. Четвертый разве? Угу. Четвертый у меня МС. А, МС, дамаг с Ешки и Кьюшка, да. У них 4 милишника, и типа они будут просто встревать за это незамедля. Я... Да, согласен. Я диск хочу взять, да. Я не хотел перемотку брать. Если ты обо мне говорил. Не-не. Диск, в смысле, замедла? Диск? Я хотел даже замедло взять. Пески. Пески я имею в виду, да. Диски. После 18-го у нас столько демеджа, вы себе представить можете. Да, наша задача в лейт вывести эту игру. Да, да это правда. Хотя у них тоже пик неплохой для лейта, но она сильная. Не, у нас лейте забейте, там очень сильно будет Зул'джин уже раскастуется. Я буду челем. У нас тоже хорошо. Очень хотим файт, очень хотим долгий файт на меду. Если челы хотят. Под Зул'джина. Просто ультра-агрессивно встаю на подачу. Челы не хотят. Лапа вышла. Я под тебя играю на Зул'джине. Ребят нормально располкиваются. Убить его? Бля, ёбаный стан. Ладно. Нечем. Я давай, я фонтан. И нужно вот ехать уже. Я соберу на меду. Нет. Лобу дам, лобу дам, значит.
Вижу, нам поставлю. А, он... Я не увидел, откуда он полетел. Я увидел, но... Мид и Сувера. Окей. Чё, наш кемп хотим? Или хотим прямо сейчас... Медленно хотим. Губот кемп. Губот кемп. Да, кемп. Почему нет? Я вижу, поставлю здесь. У меня будет скоро приоритет. Соня умерла у нас с ультра, все круто. Потом. У них мэби в топ, тут сместится. Объект, к сожалению, будем отдавать, скорее всего. Может быть, даже стоит первый вообще отдать, запушить что-то за это. Вы на кемпе меня одного оставили. Доделал уже. Ну, доделал, но... Окей, файн, доделал. Чё, наши везё? Прям сейчас. Начал уже. Они, их не видно, они в топе на харде. Могут быть, да. Не, я думаю, что они могут по блейзу встать. Они в боте все. А, окей. Россыпь шипов. Замедление от пронзания шипов. А, хороший талант у меня. С пятым будет синергия большая с твоим талантом. Чё хотим? В боте хотим делимся. Файт навязать под Зулджина стаки. В боте Соня всегда медленный. Фриктил, просто говорю. Очень больно, но... Только нам главное выжить. Мы живем? Сейчас не факт. Окей. Наша вышка небольшая вышла. Я мид сам засокую. Угу. Нам хил тут нужен. Можете бот пушить. Они в мид поехали, много. Они в мид поехали. Хотим бот. Ой, пушить? А там бэшный мифисты, кстати, ребят, там не кушаный мифисты. Бот пушим или в мид смещаемся? Можно мид смесить, нам стаки нужны для служины. Mm-hmm. Я всегда за брат. Еду в мид. Хорошо. Чудесно. Да, растворили. Сейчас аккуратно, потому что я плюс очень один на харду, плюс один на харду. Я подойду, Андрей, после этого бэка. Го в бот втроем. Не забывайте, что после убийства ультера они очень сильно 5 секунд, поэтому... Убили, вышли. Вы не восторгаетесь. Да-да-да, я направляюсь. Они ща, очень сильно... Сейчас стан по нему дам, чтобы ты постакался. И... получают больше топоров. Въезжаю в него. Вот уже здесь закрывают, скорее всего. Все, выйти. Угу. Дам вижен сейчас, ребята. Они на харде были, все файн. Хорошо. Он выбитый ультра сильно, а утро у нас будет. Начинайте механику. Запускаю. Ой, как же он получает на Рагнаросе. Клинс или ТТМ? ТТМ. Стан вышел утра. Главное медленно, ребят, главное медленно. У нас механика сильная тоже уже. Половину мы забрали. На Зулджин, я думаю, по пассиву не останем немножко. Я вообще ушел. Окей. Фулл пассивно стоим. Тут они выиграют файт, только если закрывают Зулджина. Да. Харика нашу. Все, хотим ее за слоу поставить? Или хотим прямо сейчас забирать? Мы добираем механику и спокойно с механикой уже делаем. Разбираемся. 3 секунды до вижена. Лобка. Хочу въехать по таргету. Если здесь таргет будет перед воротами, окей. Я Рагнарос сел так. Я быстро его выбью отсюда. Угу. Хочу въехать по следующий прыжок. Стенку сломал. Еду. Ну ты... А, рановато. А чё он так поздно-то? Ну я выхожу спокойно. Да, я просто ломаю. Ой, там пески по всем. Ой-ой-ой. Да, им там больно довольно. У меня в боте может быть в спине. Нет, топе. Можем постакаться? Еще постоять через меня располкать. Постакаться просто, да. Я стою за еще Зулджина. У нас здесь утро умирает. Я сейчас умру. По мифиса стан. Миллион дэмэджа по нему влетает, пока живут еще из даба саппорта. У меня сейчас кончится мана. Кончилось. Угу. Я бы спокойно бэкнул. У нас все хорошо. Или можете постоять уже. Я фриктил, если что, для нуба. Угу, я уже уехал. Пойдешь, мид? Да. Она через крутилку на седьмом. Хилится много. Тут все. У нас десятый. На десятый. Подтянитесь. Я выпью и деремся.
Я Может, с вами на готов Эхизе? драться в На Фулмана. Эхизе можете. Поехали, поехали. Мы ультрасели на Эхизе и форт в боте, я думаю. Я не с вами. Вы все Хорошо. равно соедини. Ну, 4 в 4 мы. Они все еще ведут файт, без Анзолжина только. 10-й бабл у Утера. Бабл. Гнев берсерка на Соне. Это, кстати, правильно. Они в, они в топ поехали все. Хотим бота забрать за это. Это не дефают. Рагнароса здесь нету. С вами, Жуков. Стан. Соня к вам смещается. Соня в спину идет. Можете выйти. Бабл вышел, вышел. Я выхожу. Можете выйти. Перед должином буду ставить постоянно. Оп, у меня проблемы будут небольшие. Выйти, выйти, Я выйти. В спину захожу. Я в спину им захожу. У меня нечем вообще. Продолжу. Хорош. Стукова, стан. Он замедленный. Да-да-да, играю по нему. Выйти. Выйти. Странный метеорит. Да, почти. Ладно. Мы сразу вышли, когда Соня в спину шла. Мы ультра сильные, у нас уже настакался. Эти длинные файты нам ультра в пользу тут. Да, да. Соня берсерк прожала. Мид надо собрать. Поднимусь. Сейчас могут сдавить. Тут могут поставить. Окей, они все в миду. Они в топ едут. На механику. В теории в топ могут сместиться. Нашу изю хотим или сразу на механику? Механику. Механик. Окей. Еда. Будем сгодраться? Этап не готов. Угу, жду. Ничего. Клоу файт, даже если отдадим механику, не страшно. Стан. Соня. Далеко, 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 выйти. Слоу файт, мы выигрываем механику. Угу. Не заходите далеко на керик. Можем по Соне? Я иду в нее. Нет. Окей. По утру. По механике, он ли по механике? Угу. Соня бежит. Выйти. Выйти. Я пью. Ничего страшного. 13-й. Я бот соберу. Мне нужен бак. Соня в топе. В миду 4 героя. Хотим мид дефать или отдадим? Я пока бак. Хотим. Хотим. Скоро в спину зайду. Нас четверо будет. Я здесь. Их тоже. Поутру стан. Он под фортом. Там бабл будет. Бабл уже был. Все, дефаем. Сейчас прыгнет. Угу. Они ушли. Под на Соню. Поднимайся уже. Там берса все еще. 4 секунды, Ешка. Я сбил крутилку ей. Хорошо. То, форт в топе? Под жуками? Я дефую бот. Да. Я захожу под форт. Нас закрывают или нет? Нет. Поднимаюсь. Будем ходить сейчас. А, я добью бот пока что. Если вам ко мне успеваю. Кил, можно какой-то найти здесь? Я думаю, нет. Потенциально, да. Уже, потенциально. Уже нет, Вы уже без нет, меня. Ничего. В мид сместимся. Харду да? хотим или под объект? Изю. Изю хотим. Изю хотим, понял. Подойдешь? Подойдешь на изю? Да. Можете? Да, да, конечно. Я уже я мид задохну. Меня с вами не будет, бот кэмп отдаю, скорее всего. У нас Соня, надо выйти.
Там суков супер замедленный. Ну, не, 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 их пятеро, их пятеро. Окей. Просто сейфово сыграем. 16-й быстрее у нас. Я на соне можно еду. Убить, кстати, я тоже, я тоже. Замедление топоры, двойное. Езжаю, стан. Хорош. Бот езжа. Да, но они сделали ее уже. Я отдефую бот, советую попушить мид хотя бы. Го в мид, да. Я сейчас дам вижен. Хорошо. Эпицентр есть. Трое в меда. Угу. Думаю, просто стреляю по форту. Их четверо здесь. Я не могу подходить. Стенку сломали, хорошо. Я хочу в топ сместиться. С Злодином. Я кого понимаю, все здесь. Их, они тоже все здесь. Я отойду. Замедление очень хорошо работает. От кьюшки. Мы без храня пока. Я близко уже. Просто так их по карте вводим. Стакаем Злоджина. Вот здесь вот можем постакать еще. Их пятеро здесь, надо быть. Я думаю, ты нужен Дим команде. Равага! Рядом. Мефисто в коконе. Он без ешки. Стан 2. Стан, Мефисто. Ну очень сильно. Баба отдали. Мефисто умер. Можно давить под флаг. Еду в утро. Еду в стукло. Сейчас слабо будет от стукла. Я закрываю их сзади, смотрите. Бля. Ёбана. Давай, я с тобой, Дим. Сало. Замедлил. Нет ничего. Этого тоже задавить, Рагна, если получится. Я, если грамотно задавить. Я поставлю ешку. Я еду. Еду в него. Стан, нет нормально. Просто форт, просто форт. Угу, развернулся форт. Выйди. Выйди сейчас. Бьет. Ну, я просто бег начну. Да? Я всю карту застопал. У тебя есть время на бак, на ловком. Он меня... На ловком. Может... Мы играем на 20 левел, если что, ребят. Мы играем на 20 левел. Я бока. Рагна в меду, думаю, будет сейчас. Вам надо было время выйти. Вам. Угу. Еду в топ. Угу. Их пятеро уже. Утро не с ними. Мы забираем этот форт. Они опаздывают, они опаздывают. Иди, забирай, я дефу тебя. Я пока объект делаю, угу. Ребятам, без меня. Ну, я думаю, мы забрали. Они бот забирают. Забирайте объекты максимально быстро и пушьте. Я бэки позбиваю. Гомит по фасту распушим. Вызываем. Может. Я подойдет тоже. Вам лучше с этим этим. С мортом. Так он пока идет просто. Я сбиваю бэки. Можем ее убить, можем ее убить, можем убить. Нечем. Стан 2. Стан. Тут 5 героев, вот здесь. Ладно, просто выйдет. Помогаю. Хорошо. Я пушу, нас... я не знаю. Я думаю, я догоню ее один. Хорошо. Я ушел к команде. Они наверх пошли. Не успею сбить. Я иду тоже наверх. Я тоже, у нас 20 сейчас будет. Мы хотим агрессивно топ пушить. Стуков, прям умер. Но я не дотягиваю до туда. Бабл вышел. Убить их? Ладно, окей, файн. Мефисто в стане. Хочу 20-й очень. Замедло. Стан. Помогаю. Ничего, замедло. 20-й сейчас будет. Есть. 20-й. Мы заканчиваем, мы заканчиваем. Убиваем его. Апнутый бункер скоро будет. Ой-ой-ой. Апнутый бункер. Ой-ой-ой. Все, бункер. Бля. Покоря. ВП? Да. Не знаю, мне Злоджин очень понравился. Хорош. Молодцы, ребята. Проснулись, улыбнулись. Да, мне кажется, мы прошлый точно забирали там. Ну, на мой взгляд, Андрей.
пожадничал с Империей, можно было Сильвану взять, мне кажется. Было бы гораздо проще играть. Хотели потренить потом? Да, ну, пожадничал, я просто хочу соло. Немножко. Хочу, да, соло тренить. Если мы поменяли стреля, мы бы все выигрывали. Ну, окей, окей. А, Арманд, хочу попросить тебя не брать этот талант на 16-м. Там проценты, если, блядь? Да-да-да, не работает. Там без, МС, без первого и седьмого, имею в виду. Под мое замедление, там, думаю, не везет, так не везет, ультра хорошо заходило. Под замедление, под стан, под все это. Ну, я игрок с луджин фулл бэшка и гиргесина, так что мое мнение можно не учитывать. Я тоже. Обычно 13-е берут мувспид, но, как по мне, замедло очень недооцененное, то, что армут взял. Типа, когда тебя давят, то замедло очень жестко помогает команде. Замедло очень недооцененное, а гиргетина с сеткой такие чудеса творит. А без сетки? Еще сильнее. А не брать Зул'джина? Никогда. Брать Сильвана вместо Зул'джина? Не играть в ход. Заняться личной жизнью. А я женат, что скажешь? Хорош. Ладно. Зачать ребенка? Попозже. После каточки. После каточки? Назвать его Арманд. Чтобы он брал кешку на 16-м. Я взял чисто. И все по кругу пошло. Если сын, будет должен, если дочерь Сильвана. И все. Бля, я без шуток хочу назвать сына Иллидан. А или нет? Иллидан. Или нет. Но если девочка, то Иллидаря. То есть чел майнит Орфею, но планирует... Ладно, ладно, еще. А, они взяли в перспективу. Ну, тогда, пожалуй, мы возьмем карту, что думаете? Проблема вообще на бане, да? Соглашаться, мне кажется, выгодно. Ну, я бы БО сыграл. Что? Что за вечную битву, в смысле. Вечную битву. Я очень уверен, что чувствую на вечной битве. Но они хороши на вечной битве. Я бы любую другую карту сыграл, если не. Да. Давайте башня рока сыграем. Башня рока плюс. Окей. Я хочу глянуть. Раз просите викингов, то ладно. Я прошу. Я прошу саму Ромейна. О, сейчас достану минус. Тут уже сами додумываете, откуда Самура. Так, тогда я башню рока, да, создаю? Да. Из старого патча. Рок. С дальней полки. Я его ник постоянно как канаки читаю. Есть у кого-то знакомый психолог? Есть, но я его читаю как Ганкеля. Машин Ганкеля. Ну да, да, да. О, вы шарите? Конечно. Найс, найс. Ну мне его старое творчество больше нравится. А вам? Ну где он более типа не на подле. Ну да, да, да. А сейчас он как будто сильно запопсился. Как по мне. Ну, женился на Меган Фокс, еще бы он не запопсился. Там, помню, у него какая-то стычка была. Кондором. Ладно, молчим. Спасибо, Андрей. На стычке молчай. Не, ну он читал очень круто просто раньше, как по мне. Именно читал. А сейчас панк-рок, поп-панк больше. No game, no life. Абатур, 127 уровень. 52 винрейта. А ты Лигу Героев еще открой. И команду. 55 винрейта. 600 матчей. Помогите. Ну что, мы походу играем 5 на 2? Можно. Давайте пока они думают, решим насчет следующей игры. Челы не могут играть на выходных. В пятницу они тоже не могут играть.
Давайте завтра. Завтра? Какой день недели завтра? Понедельник. Понедельник. Ну... А, давайте послезавтра. Не хотелось бы. Вторник плюс. Вторник можно. А, во вторник я не могу, у меня во вторник день учителя. Дайте в четверг. Смотри. День учителя? Да, я буду валяться там. С бухгалтерами. На корпоративе. Угу. Четверг? Четверг? Го. Могу. Они могут играть до 9:30, а в 9:30 у них какой-то чел ливает. Ну, тяжело. Ну, четверг хуйня, давайте среда. Пиздец. Простите, конечно. Го уже. Ладно, после. Ладно, все, они уже зашли. Я спрашиваю Рейзи. Там это, Punisher просто. Punisher and we are good to go. А вот здесь Медива забаним? Не, ну нет, так нет, конечно. Джанк, Медив. Если нет. Вижу валу, я думаю так. На ферст пик, если они его откроют, чем мы закроем Медива? Джанкрат. Малф, Джанкрат, Мэй. Не игра. Прям не совсем. До свидания. Обиделись. Не обиделись. Че, я вижу Джона здесь вижу, если нее не банят, но нее две игры до этого банили. Они что-то знают. Предлагаю забанить Хогера и не банить Блейзу. А забанить. Нет. А забанить, я не знаю, саппорта какого-нибудь неприятного. Люся? Сильван? Да, саппорт. Ну. Можно. Так Сильвану можно. Викингов. Викингов. Первая стадия. На викингов у нас есть универсальный ответ в виде Зератула. Или Дан еще очень сильно играет. Соник. Угу. Луся, Джоанна. А, или мы Дехаку убираем. Они могут метить Джоанну, раз они ее две игры банили, а сейчас оставили. Да, но они увидели твоего нубрака, они уже такие, ладно, похуй. У этого парня есть еще герой. Крыса. До свидания. Джо плюс что? Рогар? Джо плюс... Плюс БВ, Анна. Хорошо. А Рогар посимпатичнее, нет? Ну, типа, с Джонком. Джона? Смотрите, как Насте комфортнее? Типа. Можем подождать? Можем подождать и взять Сильвану, например, да, сейчас. Да. Не, она у меня. Го. Если с Рогаром, то можно просто ультрафайтовый пик на боте устраивать. Какого-нибудь... Да, мне просто Регар меньше нравится, потому что миличник Джанкрат. А. Ну, просто ну, какого-нибудь пей. Хогера условного им раскрутиться на Хогер бане. Да, вон там, вот слева-справа, да. На баны посмотри. Слева-справа. Ну, Хогера не будет. Идея понятная, кого-то брудера добрать и просто идти их пушить, давить с Регаром. Куда додумаем? У них Регар. Рому ДД? Ах, Генджи, БВ, и это выигранная игра. Плюс. Но если не Дима, но Генджи. Если не Дима, да. Но... Мы можем также забрать Лунау и просто уверенно сыграть. Смотрите, гайз, Мурадин, Диабло. Диабло сильнее мешает. Или Анубарак. Или мы берем Генджи, баним Анубарака. Мне кажется, Ануб не страшен. Кокон. А, да, я за Диабло больше. Давай, Диабло. Вообще, стоило, знаете, кого я думаю? Стишка. Лучше. Карта хорошая для него, Джанкрат. А, есть, типа, стежок Медива съели, выдали, да? Ну, Медива не будет, но Гаст. Да, Медива, да, Медива не будет, да. Гаст, Трэпа. Выхил. Андуин еще есть. Из хорошего. Но Андуина не под что. А как это Джан стягивает, бомба вешается, до свидания. Ну... Сыграешь, что хочешь? Генджи, Андуин. Не хочешь Орфею? Ну, можно Генджи Андуин, кстати, да. А можно Андуин плюс оффлейн, а оставить ласт пик. Или, да, ну или Андуин Рафия, да, нормально. Нормально. Угу. Ну, я Генджи вижу. Если уверен в Анне, то бери Анну, но тоже хорошо заходит. Очень сильно под Рафия. Подойду. Ну и под Сильвану, или? Да. Стежок. Зератул. Ой, бля, ёбаный Зератул. Ну, Аня тяжело будет. Да, мне тоже тяжело будет. Всем тяжело не, будет. У вас блейнды есть, не будет тяжело. Да, хорошо, блейнды буду давать на него. Кем поддушить его?
Кто просто пересокет этого хлам? Рагнарос? Да нет, тут не только в перестоке дело. Соня, Малт, Чейн, Трал. Я думаю, вообще вот так. Через что будешь 10 левел играть? Станище, ульта. Раз, кол. Надеюсь, кол. Левел 20. Да, так, чтобы нас загастили прям в стену. Блять, Дима, ты тут? Так это нереальная страта. Мне нужен Дима. Мне нужен Дима. Го играть в Фалстат Трал левел 20. Создаем стенку и... Да, да, это будет про это, но мне нужен Дима. Найдите ему Диму. Любого просто пригласите с удовольствием. Дима! Ты тут, Дима! Ответь. Клён, Дима. Бля, ну, все. Мема не будет. Не, просто вы не давите, типа, без Анны, я бы так сказал. Ан. Ищите через слип, либо через щит. Паузу хотим всё. Ставить на него. Да не, пусть. Он привык. Как вы. Может, все-таки пауза? Сейчас за паузу. Я рук. Даем ему шанс. Бля, хуй сосна, Сильвана, конечно. Можно в чат написать Сильвана АФК. Как напишешь? Угу. Прошу прощения, отвлекся. Я на месте. Ну что? Геджу. Дим. У них очень слабый early играет. Очень слабый early игра. Да. У нас Трал, у них фалстат. Чистое поле. Да-да-да-да-да, стенка, раскол, вот это вот. Газ, стенку. Я хочу драться чистом очень. Чистом поле, ребята. Подождешь хлопака или ты не хочешь драться? Посмотрим. Они очень слабые, там Зератул, фалстат, крыса. Очень слабые. Мы стака сильно не хотим. Зера сверху. Боль. Это очень слабое. Трап хохнули. Я выйду. Глобку отдал. Без вариантов. Зера, скорее всего, через щит будет играть. Мне не дают к вам пройти. Или пачку мид. Бля. Я заклею мид. Сори, сори. Кнопок я отсечил. Стежок в мид, остальное у вас. Стежок в бот уехал. Я забираю пачку меду и на кемп еду. Смещайтесь. Ладно. Могут ловить вас на перетяжке. Стою, смотрю. Да, кнопки не даю в кем. Окей, я пойду домой. Капкан, ем. Вкусно. Приятно. Фальстат мид. Хочу его убить. Мы должны бы отдыхать. На, не стежку сфера. Не, выбили в ноль. В тебя фальстат ушел, Андрей, я мид пачку приму. Я думаю, мы хотим просто бот пушить. Меня не убьет. Положишь на сервание бот? После пачки? Сейчас я пачку заберу. Да, все. Блин, ай-яй-яй. Не успел. А я хилит нажал, но не успел выйти. Фалстат мертвый. Ладно, найс. Замедление инсайн. Там джанк очень сильный. Стену его. Бесконтактный бой, не дать ему отхилиться. Хорошо! Бесконтактный бой. Там вашка была относительно шикарная. Блядь,
Кол бесконтактный бой будет мой любимый. Я пью их на объект. Зеро веду. Мити наш. Я наш заберу. Нам нужен 10. Я не даю красавчику сбивать нам. Угу. Хорошо. Пачку в боссе хочу. И пушить, я думаю. Да, просто от мины играйте, и все. Вы сильны. Давайте кушки не ловить, он стакается. Окей. Принял, кстати, нет. Мы тут 4 в 4 на боссе. Стена пачка. Мина поставилась, хук будет. Хук. No. Фасад в тот летит. Да. Го пушить бот, мы не успеваем. Го пушить бот. Го убьем, стежка убьем. Они мертвые здесь. Я далеко. Оба один хп. Кто-то. Еду в бота. Еду стежка. Далековато. Не, откинули. Я топ соберу просто. Maybe кемп начали, но они оба 1 хп. Жило у нас тоже 1 хп. Нам пушить надо было, нам нужно было драться. Подхожу на топ. Я пока. Окей. Бот горит. Я подойду сейчас. Хочу начать из-за... Они здесь могут быть. Я подхожу в мид, если он зайдет. Окей. Го, изи. Думал, собери, изи. Я сходу. Я в кусты. Подхожу на зертву. Рутов нет. Просто разомажет его. Он без дэшки. Мабет. Там откат? Какой? Вера ушел. Они отдают. 10-й сок, да. Вот это плохо, что не задефало. С Ливана. Забирайся, я в зоне. Стежок. Помочь Аня. Он без дашки точно. Зерамид. Через шип. Я на стежка это. Я тоже. Я просто замедляю. По зоне. Били? Хорошо. Шип вышел. Да. Стагиваюсь на Рогара. Кан. А, так не работает. Да, к сожалению. Я не даю сбивать здесь. Бля. Может, и бот. Десятый у них. Выдув. Да, значит, тоже будет. Не шина. Хорошо. Я беру щит. Хорошо. Ворота наши. Хочу, ищу килл. Окей, не ищу килл. Просто выйти там взор. Идет меня есть. Ильяну. Щит хороший. Хорош. Это важно, молодец. Я пью. Тоже даже притапну, чтобы подраться. Щита нету, они сильнее, не хотим драться. Фалстат в миду, хотим. Они ищут горш. Фалстат в миду. Мне все равно на горш. Уже стягивается, уже выйти. Амба, твоя уверенность насчет гетта? У Зеры приоритет. Окей, просто Фалстата выйти. Перехватил. Окей, я вышел. Зера у нас. Можешь выйти? Да. Он пока слабый, да что? Бля, я сбил. Очень заря разбудил. Я случайно, не успел отменить. Ладно, ты чел. Хук аккуратно. Зера вышел. Минус хук. Мы сильные, щит 10. Смещаюсь бот под щит, ульты у меня нет. Смещаюсь бот. 5. Тут... Иду. Отспану. Меня съели. Далеко иду, меня выкинули шиной. А, бля, не успеем с ним что-то сделать. Медленно. Отпустили бы их в мид. Да. Хорошо. Позеро есть что-нибудь? Я иду. Будет дрожа очень. Развернешься, Дим? Развернешься? Да. Я вышел. У вас нано есть? Я вышел. Okay. На базу. Я щит выкинул. Мы без щита в файте. Они без горла.
Ой-ой-ой. Бля. Ёбаный, блин, кастер. Я иду в бот. Стежка? Просто стежка. Ансестрал ушел. Сзади зера. Ну, с гаст. Забирать. У меня ульта еще есть. Стена фолстада. Даже не буду ловить. Фолстад? Нечем. Чуть-чуть. Потом Клэфорд. Ууу, что мы с тобой. Бля. Щит, скорее, пожалуйста. Говори в следующий раз. Mm-hmm. Не всегда видно. Щит. Пробовать. Помощь? Очень прилетел нет. Крыса. Крыса прилетела. Поживите. Поживите. 12-й буду агрессивнее играть. Заратул каждый раз будет в спину обходить. Да, да. Да. Вот он так и сделал. Ну тут тоже проблема. Когда мы забираем алтарь, я должен здесь стоять, чтобы сбивать красавчику. Чтобы он не сбивал нам. Можно дать им зайти играть. По нам. Можно дать зайти им. Угу. В топе пачка сгорела сильно. Ты заберешь хлопака? Да, да. Тогда я команде смещаюсь. Через мид. Хочу мид пачку забрать. Я в бот соберу типа. В миде Зератул ушел вверх. Меня закрывают. Серьезно? Я умер, забейте. Да, ты умер. Ну чё, вы камп задыхаете за это. Нормальный размен. Нихуя, ты там живешь. Ну камп смещается уже. Да, вам выйти, вам выйти бы. Хороший слеп. Зера в миду. Чё делаем? Драться, можно сотни кого-то попытаться через ультимейт нал. Да-да-да, я уже Зера вот здесь. Хукнули Ану. Помочь Ане. Ой-ой. Бля, как я же кап. Они меня заебали, я бегу. Бот не отдавайте, механик. Я бегу. Я тут мертв. Я буду очень сильно танчить. Я буду очень сильно танчить. Помочь Орфея. Бля. Ану убивают. Блять. Я подъехал. Мы сильные. Ну, мы очень сильные. Щит. Дальше. Ослепление раз. Ослепление два. Крутите. Или убиваем. Гоу бьем его. Фак. Я пить. Отстаем немножко по левелу. 16 будет. Это не решает. Минус шип. У меня не было маны в файте, на самом деле, я все отдал в Зератула, поэтому какая проблема случилась. Что хотим делать? Чилим, 16-й. Пилим, да. Я в боте остаюсь. Аккуратно, топе аккуратно. Можете в топ уйти, сейчас зерно не отпрыгнет. Окей, я иду в топ. Бля, что-то... Да. Мы бешотну его. Я доберу пачку, здесь уже. Ой, хорош. Ой-ой-ой. Готов распушим? Не, босс не, босс нет. Готов распушим? Да, 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 вот такая. Я думаю, топ-кэм просто. Только Джоанни, наверное, стоило на бот уже уйти. Ага. А, бля. Мне что-то вас страшно. Сейчас а вы видели только что четверых. Уже, да, уже поздно. Я мину. 16-й есть, угу. Я мы хочу. Не против. Мы не против подраться. Горж не вышел, да, еще? Угу. Еще драка. Я рядом. Можем просто... А, на их кемп го. Да, да, го. Ай-яй-яй. Щит. Ой. Бля, меня выдуло. Парагару. Зера, Зера вышел. Зера, Зера пришел. Придет сейчас. Надо выйти. У меня ничего нету. Красиво. Зера тут сверху. Два ступени есть. Я на нижнем остаюсь. Нижний, я да, думаю, вы все нижние, вы все. Идем. Okay. У меня я только без щита, а не без бедова. Если зера у вас, играйте пассивно. Если зера у вас. Mm-hmm. Но Джанкрат не успевает к вам чуть. Не хочу глубоко заходить. Зера, зера, топ, зера топ, нет. Топ. Я спокойно кем дефу, ребят. С
Сижок пришел. Хука тут, хукать будет. Пан не попал, знаешь. Там глобу. Еще глобу дам. 10 секунд, щит, хочу подождать, слово поиграть. Зера сильно выбит. А. Че мы капнули? А, я ему не... Мне помочь? Помочь. Будет щит, нет. Будет щит, щит. Там газ будет просто. Угу. Газ-то нет. Все еще можем, мне кажется, подраться. Нет, я без ресов. Ульта, ульта Орфея есть, разве что. Надо, надо выйти. Ой-ой-ой-ой-ой. Фук, аккуратно. Он не попал шипом. А как у меня кнопка не нажалась? Ладно. 5 ультимейт есть. Я немножко не так сыграл, как хотел. Вы сильные в дефе. У них нету ничего. Зератул без шипа. Вы очень сильные в дефе. Но он умер за это. Тебе ластерок. Не, не умер. Все, они, дефе, они все. Не запушат вас, они не запушат. Крыса в ТК уже. У нас есть стимулятор. Кук уже есть, да? Да. Крыса топ-кэм начал. Вы можете агрессивнее в боте. У них вы втроем. Мы без танка. У вас нано есть. И сайленс. Они... Вы их закрываете? Сели. Умру за это. Я... Блядь, ну как же меня... Зератул в меду. Вверх, не Орфея, зеркал. Вверх, Орфея, вверх, иди. Я тут. Щит! У меня кнопок. Окей. Выйти? Немного. Шипом. Я просто ну, выхожу, ребят. Найс, лучшая парня. Ты один, хлопака? Да. У меня кнопок нет. Я подхожу к тебе. Гона их кемп? Мы сильные. Ну, сначала нужно делать. Давай, давай, давай. Прям сейчас, прям сейчас. 10 секунд, иду через. Начинаю. Я не хочу показываться. Серьезно? А у него нет гаржа. Ну, гаржа. Я без дэшки. Макс Горд. Я иду. Я близко к вам. Терпите. Минус щит. Найс. Nice. Нечем. Найс блайнды. Да. Каждый раз, если в чип будешь давать блайнды, он ничего не делает. Идем в топ. Только наш забрать. А, кстати, пушти бот, пушти бот. Я добор. Только наш надо забрать. Пушти бот. 20 у них скоро. Хотим сокрыть. Да. Я под дэшку могу задавить, имею в виду. Есть щит. Можете, можете, можете. Я хочу есть. Вот так, я хочу вот так зайти. Есть. Вот так зайти хочу и закрыть их. Давай, давай, давай. Влетай прямо сейчас. Готов. Давай, давай. Форт. Окей, просто форт. Бля, надо в топ бежать. Не, нет, там пушить бот. Сильвану оставили, уехали. Сильвану оставили, уехали. Мы уже не успеваем. Успеваем. Не успеваем. Угу. Можем там килл найти. А, он не шарит. 20-й, ребят, аккуратно, пожалуйста. Не, там ей вроде ускорили ее, если не ошибаюсь. Я просто изи делаю в боте, аккуратно. Найс трай. Убить его? А, я с дэшкой. Ну, у тебя щит. Я поживу. Я... Гаста дали, ок. Там еще щит есть. Не-не-не, не буду давать щит, я умер. Просто без щита. Хотя, мог. 60 вызвал, секунд. Вызвал, если бы не этот, не дэшка Джинкрат. Да. Она тебя убила. Зря тянул, наверное. Просто сейф сыграйте, 20-й левел, поскольку все. Бля, крысу хочется. Вот сюда, разбушить. Если можете убить, в теории. Топ-изя? Слип можете убить. Стенку спушить лучше, чем друзья. Найс трой. Вы это пушите? Я буду давить его. Окей, окей. Ой-ой-ой. Я взял щиты на всю команду. Зера. Уходите. Спасибо, Настя. Уходите. Блять, ну... Классный герой. Может байтить его, может байтить. Я хук поймал, я долбоёб. Ой-ой-ой. Это байт? Ебать, Настя. Я блочу, я блочу, я блочу. Он блочит. Я еду через мид. Ну, ладно. Минус 75 хила, как бы я не живу. Да. Можем перезайти в них? По итогу 3-3. Меня видно было. По итогу 2-2. Мы забираем точку с тобой. А мы можем защиту тут убить.
А я не был так хотя. Шли. Стежок один. 20 секунд до меня приду. Я... Настя уже почти встала. Я кручу. Новград 10. Кручу. Верчу. Я готов половить. Сейчас будет. Он не знает. Щит. Он не знает. Чат, он не знает. Чат. Бля, как... Есть! Как же он... Блайнды на базу! Я иду. Я тоже. Ой-о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 й-
сейчас отдавим. Ломаю ворота. Иду за ним дальше. Ребят, вы смотрите, чтобы они не капнули. Форт и капнуть. Нет, просто капнуть. Да, у нас нижний стоит немножко. Стоит, ну ладно, дышит. Я через дырку иду. Этот момент мы упустим. Ну, блядь. Кстати, он умирает. Я иду к нему. Нихуя, чё. Бля, стена. Да босса мы зератул, блядь. Ансестрал он вышел. Такой. Чё хотим? Я хочу провести. Да. Даже сейчас босса не берем. Да, мы пропускаем кэмп, тогда босс. Хотя там будет каст. Так что не уверен в боссе. Ладно, это да, нахуй босс. Что это? Ой, блядь, если бы я прыгнул за руту. Да. Бот хотим забушить? Бот, да. Просто еще. Я беру изи? Давай. Пьет шот, если как Дима сказал. Нет, блядь, мне не хватает дэмэджа, половина. Ясно, что. Вообще, думаю, мы остаемся в боте. Если я прыгну за станет, похоже. Да. Щит. Я дашку не нажал. Газ далекий. Газ на щит норм. Блять. У меня будет спел шилд, но я не уверен, что... Не. Не, точно не. Промазывайте. Он не попал. Проводите кэмп. У меня нет ослепления. Секунда до меня. Стойте. Их четверо. Стойте. У вас все есть, у вас есть нано, у них нету гаста и горжа, вы очень сильны. Хук КД. Зертул вот. Угу. Понял. Можете стоять. Можем стоять. Можете стоять. На уверенничек, все нормально. Они обходят нас в стену. Все? Да. Вот здесь. Мы под фортом стоим, а, вот так даже. Я собью. Далеко не давите, далеко не... Да если забей, забей, отдай. Все хорошо у нас. У вас все кнопки есть, все ульты. Готовлюсь убить его. Убить его. Он отдал все кнопки. Нет. Там скоро газ будет. Я бы вышел. Далеко вышли, мне кажется. Да. Уже горше. Вы можете дефать. От хука аккуратно. Хорошо. У меня щиты есть. Ёбана животное. Нечем. Бля, лучше. Как же хорош. Пришел с базы. Бля, пришел с базы. Стоим. Ну, я же грязь. Но я не хочу стоять, у меня мана мало. Надо. Стойте. Стою. Просто от хука. Чуть дальше встаньте, типа, и все. У вас ульта архей есть. Сферка нужна. Очень. Далеко вышли, калькулятор. Далеко. Сверху. Он закидывает свои говно. Окей, год дадим, наш кэмп возьмем. Да, го. Я вышел. Бля, вышел ли ты? Я вышел. По мне отгружу. Наш кэмп. Нам нужен один только алтар. Да, наш кэмп и наша механика. Могут зайти в теории. Угу. Сверху. Вертул уже встал. Тут опасно, гаст опасно. Да. Принял, я притапаю и иду. Агрессивное иду, видите, пассивное, думаю. Нажать один. Я всегда готов прыгать с блинка. Угу, дам щит. Че дальше хотим?
Бот. Вот, да. О, у них зенкрат в каше, да, просто бот. Я буду зенка на ротации, скорее всего, ловить. Можно изей вот этих забрать. Можно убить фолста, да? Да. Окей, гой. Зера мид. Он потратил ульту, Зера потратил эрку. Хорошо. 20 секунд он... Хорошо, минусу. Крипа украл, нахуй. Гобот. Да, вот. Я не могу к тебе в мид сместиться все. Да. А Зера в топ вообще ушел. Это точно ваш бот. Точно. Можете давить, кстати. Можете давить, Сильваны. Я с вами. Готовлю щит. Сейчас прыгнул. Щит. Серьезно? Бля. Не, просто ловите его, что ли? Не страшно. На хук не словите, ребят. Помните всегда. Просто забираем башню. Забрали бот. Да. Они забрали топ. Го фейковать босса. Фейковать босса. Го. Только набить щита. Но самого не берем. Он не сгаст. Но если они задержатся на боссе? Там трапа у них на боссе. Не знаю. Я фейкану просто. Зера тут может в инвизе стоять, если что. Где-то. Думаю, выйди уже. В любом кусте может стоять, ребят. Здесь! Был. Блинковался. Да. Я хочу 20 секунд подождать, слово поиграть. Просто ну, сделал так? Да. Позиционка. Аккуратно, пожалуйста. Центральный, нижний. Бля. Любой. Окей. Я с дэшкой, я живу, мы деремся за меня. Сзади. Я... Щит! Не дал. Еще есть. По зертулу, щит! Ой. Я не могу, блять, меня. Вдуло. Горжа нет. Объектив. Я убил его. Лучший. Все. Бля. Ой. Играл от слипа. Бля, ребят, лучше. Я не знаю, как я каждую игру на Джоне турнирную я мажу последними тремя щитами. Инсайн. Бля, какую я херню припал, конечно, на соло против Зера. Да. Ну, не то, что против Зера, просто... Работал. Файте с блинком файте... раскол очень сильно работает. Файте норм, да, но... Я просто не мог запушить пачку и... Ну, типа... по итогу, если бы не Фиссура, мы бы не убивали Зера вот так много раз. Да. Да, но я думаю, что, знаете кто, Соня слипа могла зайти интереснее, наверное. Ты очень долго жил на трале, мне кажется, на Соне столько бы не жил. Ну, типа, побольше. Да. Вижу трала здесь больше, чем Соня, да. Просто меньше сустейна. Ну да, я в клеве не больше, трал. Чем Соня. Окей, что у нас традиция, поебать первого в игре и... Можно сразу в следующий раз первый, типа... Да, пожалуйста, давайте сделаем следующую игру в среду, объясню почему. Потому что во вторник я буду не в Минько, в среду мы будем все, и Ксюша будет тоже. А завтра Ксюша работает. Вот, чтобы без сада. Я в среду ради. Окей. Что у меня за команда? Два блинка, вот 20. Я бы первую игру пересмотрел, мне кажется, мы там так обосрались. Ну, сейчас, в принципе, время есть, может, посмотрим? Я не могу по времени. А я бы отдохнул. Поэтому и хотел. Так, я тогда бы... ребятам предлагаю Wednesday. Wednesday, да. В любой день, главное, чтобы в среду. Понял.